Мы за достойное образование. Ведь чем человек просвещеннее, тем он важнее и нужнее для своей страны. В последнее время система российского образования дала сбой, пытаясь всех подогнать под одну гребенку, забывая о том, что главная задача образования – это развить личность. Поэтому за качественными учебными программами лучше ехать за рубеж. Но в будущем человеку с международным дипломом нужно дать возможность работать и развиваться в России. А для этого он должен себя чувствовать защищенным и независимым. А главное – не упустить время.